Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами находится устройство Honor X6A, и сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для начала мы открываем приложение настройки. После чего мы проходим в раздел «Биометрические данные и пароли». Выбираем отпечаток пальца. Прежде чем мы добавим отпечаток пальца, нам нужно настроить разблокировку экрана. Можем выбрать здесь способ разблокировки. Далее ввести пароль один раз и второй раз для подтверждения. И теперь выбираем, для чего нам отпечаток пальца. И можем поместить палец на сканер, который находится на кнопочке питания. Нажимаем ОК. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.